Эту прогулку я снимала еще в мае. Мы поехали в район Каролинишкис, чтобы поснимать возле телебашни. Погода была вообще нелетная, дождь лил, но мы надеялись, что он перестанет. Однако же он не перестал, только еще больше лил, но это нас не остановило. Зато получилось вполне атмосферно. Мы доехали на автобусе 2Г до остановки Каролинишкис, перешли по подземному переходу на другую сторону и двинулись в сторону телебашни. Идти там примерно минут 15. Я шла под зонтиком, все мы были относительно в непромокаемых куртках. Мы думали, что они непромокаемые, но в итоге оказалось немножечко по-другому. Я шла под зонтиком, потому что у меня была в руках камера со стабилизатором. Было очень неудобно. Но что поделаешь, рядом находится проспект Лайсвис или проспект Свободы. Это не самое приятное в Вильнюсе место, обычный спальный район советской застройки, причем довольно-таки плотный. Выглядит очень похоже на любой российский город и какой-нибудь проспект Победы или Комсомольский проспект в Челябинске. Телебашня вблизи смотрится довольно-таки жутко, какая-то там особая некомфортная атмосфера, например, из-за излучения. Возможно, это субъективное ощущение, но многие люди не любят аналогичную Останкинскую телебашню в Москве по тем же причинам и район, в котором она находится.
Да, там закрыть и делать тир. Пока не помру, что там много кто будет. Да. Ну что тебе еще хочется закрыть? Что, генератор, лампочки, запас еды, запас воды, запас медикаментов, оружия. О, можно сделать даже... А на холодильник можно спрятать? В случае, если ты отъедешь, то нужно какой-нибудь запас воды. Да, я так. Это все время надо, а тут у нас какая тумбочка закончилась. Тебе нужно тумбочку прикладывать, тумбочка лишнего пол пункта не так. А вот если у тебя есть ящик с едой, то одежду это будет. Потом, когда ты отъехал, надо тебе быстро обратно ехать. Машину туда не возьмут. Бензобочек тебя поставить. Лучше бензобочек тебя поставить. А как его делать? Надо инженерию качать или заправку. Когда у тебя будет станция, то заправка твоей машины. О, там можно это делать. Колонку бензобака? Ну, не колонку, а знаешь, помнишь, что мы в этом ехали? За шкуре. Вот это, поливаем. А, вот эти. Да, 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 вот они. Там, да, правда. А телефон здесь хорошо? Не знаю. На ноги прилетели. Я поменяю. Я поменяю. Прошли через дворы, вышли на другую улицу. Здесь везде идут стройки, строятся новые жилые комплексы, причем это современные, хорошие жилые комплексы. Не знаю, я бы, наверное, не выбрала себе такое место для жилья, прям жить напротив башни. Ну, кстати, возможно, это и считается, может быть, это даже элитным считается, жить в этом месте. Не знаю, мы идем. Вокруг очень мало людей, потому что, в принципе, в выходные дни не в летнее время. В Вильнюсе не так уж много народу. Все, видимо, или разъезжаются, или просто отсыпаются. И часто бывает мало народу. А здесь так в дождь вообще очень мало кто попадался нам навстречу. Вот такая вот стройка, вот такой вот жилой комплекс. С подземной парковкой. Все новые комплексы строятся с подземными парковками. Либо с надземными парковками, но уже выстроенными, но часто с подземными парковками. Это очень удобно. Здесь находится телебашня, телецентр. Также в телебашне наверху находится кафе. В этом кафе можно поесть и, соответственно, посмотреть на Вильнюс сверху. Также это кафе вращается. И когда я вообще об этом узнала, еще вспомнила фильм «Ирония судьбы», где вначале главные герои разговаривали, и невеста говорила Лукашину, что ресторан в московской телебашне вращается. Видимо, это вот как раз-таки одно и то же. Здесь он тоже вращается. Мы туда не ходили, я не знаю, пойдем ли мы когда-нибудь туда наверх, чтобы посмотреть. В принципе, у меня есть такое в планах. Мне хочется посмотреть на город сверху, но, честно говоря, не знаю. Подниматься на эту башню, еще там нужно платить какие-то не такие уж маленькие евро за вход с человека, чтобы просто подняться туда. Не знаю. Не нравится мне этот район. А сейчас мемориал мы видим, посвященный погибшим здесь людям во время отделения Литвы от Советского Союза. Тогда произошло столкновение советской власти с теми, кто был против нее. Здесь были танки, много людей погибло, пострадало за независимость Литвы.
что здесь, когда было отделение Советского Союза, здесь несколько людей не было, там написано. Это, наверное, какой-то король или кто это. Вот страшно, да? Как будто в паранормальном доме. Да, да, да. Там, там, там. Да, да, да. Вот памятная табличка с именами. Идем дальше. Поднимаемся по лестнице. Ближе к самой башне. Один раз мы уже гуляли возле этой башни. Год назад, когда только приехали в Вильнюс. И мне вообще здесь совсем не понравилось. Ну, мы, кстати, гуляли тогда в солнечную, в нормальную погоду. Не солнечная, не солнечная, не помню. Но не дождливая была погода. Мы там даже на площадку зашли, погуляли. Но первое впечатление прям было очень такое неприятное от этого места рядом с телебашней. Здесь вот видно такой вид сверху. Машин очень мало, как вы видите. И вот здесь тоже такой крест металлический. Я думала, эта прогулка у нас будет дольше. Мы хотели еще пройти по тропе Каролинишки, с Каролинишку Такос, но мы не смогли этого, к сожалению, сделать в эту прогулку, потому что все промокли. Мы хотели пройти вот возле телебашни, пройти дальше, еще кое-что снять, но не получилось. Я все время думала, что мы еще раз съездим и доснимем этот материал. Но вот, как вы понимаете, с мая прошло уже сколько времени, мы так туда и не выбрались. Поэтому я решила выложить так, как есть. И просто потом в следующий раз я поеду туда специально и поснимаю лес, тропу Каролинишкис. И там есть такая красивая обзорная площадочка. Когда мы были здесь первый раз, мы придумывали всякие дурацкие истории по поводу этого места. Наделили его некоторым мистицизмом. В итоге так запугали ребенка первый раз, что он уже просто орал на нас, чтобы мы прекратили, потому что он правда начал бояться. Это собака гавкает? Это Петя. Я думаю, это собака гавкает. Вот я... Да, я так и подумала, что сейчас собака на нас кинется. Вот из того кладбища, да, которое. Да. Ее подревозили на могиле. Да. Идеальное место для страшилок. Кстати, ночью. Здесь жутко страшно. Мне сейчас вот плевать, я уже как-то, ну, уже типа здесь была, мне как-то не так страшно. А когда мы здесь были, мне вообще было не по себе. Мы вот решили с семьей, что это очень классное место для страшилок. И мы выбрали очень классную погоду для съемок, как вы видите. Дождь идет, и он прям идет и идет, но мы все равно сюда приехали, к телебашне. Вот, и телебашня. Сейчас посмотрим, будет ли ее видно сзади. И как-то вот... Так, ну ее пока не видно, в общем, ладно, сейчас ее будет видно. Мы уже один раз здесь были и придумывали истории всякие разные про это место. Вот. Про лес стариков, все такое. Сейчас дальше мы там окажемся на той тропе. Я расскажу эту историю. Вот я пообещала рассказать историю, но я ее не расскажу. Я постараюсь рассказать эту историю в следующий раз, когда все-таки поснимаю эту тропу.
куртки оказались не совсем непромокаемыми. Ну, либо это куда-то уже за воротник там вода заливалась. Видно, какой сильный дождь. Здесь какая-то заброшенная голубятня или что это, я не знаю. Ну, в общем, мы придумывали тоже всякую ерунду по поводу заброшенных вот этих вот каких-то домишек, заброшенной голубятни. И сейчас мы идем по направлению к тропе Каролинишкис, и на пути там находится кладбище домашних животных. Когда мы были здесь первый раз, была там стояла табличка, что кладбище будет выкопано и перенесено там куда-то в другое место до определенной даты. В итоге эта дата уже давным-давно прошла, и сейчас мы вот как раз туда направляемся, но это кладбище домашних животных осталось в своем прежнем виде, никто его никуда не перенес. Осталась и табличка, и само кладбище. Эта собака нас не съест? Нет. А она так и недружелюбно смотрит. Это собака воскресла, мне кажется. Помнишь, в прошлый раз мы так и шутили? Да. Когда этот... А здесь только так и можно шутить? Ну да. И вот в прошлый раз нам попадались тоже гуляющие с собаками люди, которые там из-за кустов вылезали, и мы придумывали историю о том, что это воскресшие собаки с кладбища домашних животных. Это как бы было, конечно, и смешно, и глупо, и... довольно-таки забавно. Вот эта табличка. Ну что, посмотрим, вычистили его или нет? Нет. Что-то мне подсказывает тоже, что нет. Никто уже не верит в то, что кто-то его вычистит. Это кладбище, видимо. Ничего не вычистили, все есть. Все на месте. Ну что ж. Вообще вот это вот место в Каролинишкисе, вот этот вот лес, он мне тоже не понравился. В первый раз, когда мы там гуляли, там как-то вот этот лес какой-то он некомфортный. То есть в Литве тут в Вильнюсе везде эти леса, но вот возле нашего дома лес как-то гораздо более приятный, чем этот. Не знаю, с чем это связано. Я говорю, возможно, это просто такие, знаете, субъективные впечатления, но а на чем же нам основываться, как не на собственных ощущениях. Я уж совсем в какие-то кусты не полезла, потому что было грязно, лил дождь, уже ребенок промок. Вот здесь вот видно вот эти вот разные захоронения домашних животных. Где-то есть фотографии, они какие-то есть новые, какие-то довольно-таки уже старые. На деревьях висят разные фонарики. Так вот некоторые люди любят своих животных,
что потом хоронят их на отдельном каком-то месте, ставят им памятники. Вот сейчас мы завернули как раз в сторону тропы Каролинишки, с Каролинишку Такос, но мы до туда не дошли, потому что Петя вымок, он уже начал ругаться, что мы ему не верим, что он промок. В итоге действительно у него промокла кофта сверху. И сейчас мы уже просто начали искать каршеринг, чтобы сесть и доехать до дома, потому что уже возвращаться назад под дождем, это, как вы понимаете, довольно-таки уже длительный путь. Поэтому на этом наша прогулка закончилась и продолжится в следующий раз. Выберем сухую погоду, пройдем дальше до тропы Каролинишки, и я сниму лес, расскажу вам эту дурацкую мистическую историю, которую мы придумали, и покажу обзорную площадку.